На дорогах Ненаспинского муниципалитета за последние два года зафиксировано более 16 аварий. Жертвами стали трое человек. В заявлении Министерства внутренних дел сказано, что основные причины аварии в стране – это нарушение правил маневрирования, превышение скорости и вождение в нетрезвом состоянии. Об этой проблеме говорит и президент неправительственной организации «Водитель дорога справедливость» Роберт Янпелидзе. Причины аварии по всему миру одни и те же. Неправильные обгоны – это причина аварии. Проезд для красной света – это причина аварии. Пересечение кольцевой линии – это причина аварии. Превышение скорости – это причина аварии. Значит, большое число очень место дорожно-транспортные происшествия, в том числе погибшие и ранее. Причины тому и является. Превышение скорости и, значит, по мнению граждан, причиной аварии часто бывают плохие дороги и неисправные автомашины. Вичага паревок че чантесну. Иргуире камисамем, что ирек техасмотры гингуданур похенга даге газны. Ну и харпадзучун. Аван ердасардучан медзмасе, ереве лучиде иншпане шофера. Кам арулин нестиле. Эсо зерканга барава нестиге инка аш шофера. В 2017 году в Грузии было принято ряд законов, которые смогли бы уменьшить показатели автокатастроф. Закон об обязательном техосмотре, парная система штрафов, а также были установлены умные камеры на дорогах. По словам жителей Ненаспинского муниципалитета, данный закон не ощутим у нас, однако в общем способствует понижению показателей. Мир, кагаки! Мир гюгери анцударцы накатман, чиснасац хлевор чи накатвум, чиснасац хлевор камераны речендерват, бац асем дзес, шепвеле махакин март концерт, балайн хамакар ки харцадруме згумен мартик. По словам эксперта по вопросам евростандартов и регуляции сферы транспорта, президента Автомобильной Федерации Грузии Шалдыра Удайдзе, техосмотр можно сравнить с термометром измерения, а тарифы техосмотра в Грузии самые низкие в регионе. Вот в Европе на 100 тысяч жителей ежегодно погибает 3-4 человека, а у нас в Грузии эта цифра достигает 16-17 человек на 100 тысяч. То есть мы в регионе занимаем один из последних договоров, которую подписал Грузия об ассоциированном членстве в Евросоюзе. Там есть обязательство, что обязательный техосмотр должен полномасштабно заработать. Техосмотр как-никак это можно сравнить с термометром измерения, самый дешевый, можно сказать, по тарифу у нас. Так что измерение параметров, там, в каком состоянии тормоза, там, осветительные приборы, выхлоп, пассивные и активные элементы безопасности. Напомним, что по сравнению с предыдущим годом в Грузии показатели автокатастроф снизились на 14%, а число погибших в них людей на 7%.